Искать новые площадки и выходить на высший уровень. Задачи для республики в торговой области обсуждали сегодня на конференции, посвященной вступлению России в ВТО. Отдельным пунктом встречи стала судьба экономики в регионах. Мнение экспертов о грядущих перспективах выслушал и Дмитрий Второв. Вступление России во Всемирную торговую организацию для экономики Татарстана не стало неожиданностью. Более 90% экспортной продукции нашей республики покупают страны-участницы ВТО. А значит, многие наши товары уже адаптированы к новым условиям. Сейчас у производителей главная задача – поиск новых рынков сбыта. Чтобы товар заинтересовал осторожных западных покупателей, нужна прозрачность торговых отношений и понятный документооборот. Но мы прекрасно понимаем, что издавна существовали определенные запреты для наших товаров, я имею в виду российских товаров. Сейчас нужно просто очень грамотно и юридически подходить к этим вещам и начинать эту работу для того, чтобы снимать эти ограничения. Татарстанской экономике будет легче, поскольку у нас высокий уровень развития промышленности и наукоемких технологий. Чего не скажешь о национальной экономике в целом. В условиях неподготовленности страны это решение преждевременное и слишком рискованное. Президент поставил вопрос об этих рисках, угрозах, о том, что нужны меры, о том, что нужно просчитать последствия. Мнения полярно разделились. В конференции принимают участие экономисты и ученые из ближнего и дальнего зарубежья. Одни рассказывают о возможностях для модернизации предприятий, другие о том, как десятки компаний обанкротились, не выдержав конкуренции. В Академии информатизации Татарстана драматизировать ситуацию не склонны. Важно понять, как на первом этапе не потерять рост экономики. Ну, наша задача какая? Во-первых, показать все недостатки, которые существуют. И, во-вторых, показать положительную часть. В итоге, я считаю, что в целом от этого выигрывает наша страна в том отношении, что мы будем готовиться и готовим конкурентоспособную продукцию. Еще одна задача – подготовить специалистов для работы в новых условиях. Уже на днях большая делегация Татарстана планирует отправиться в Женеву на серию встреч и консультаций по торгово-экономическим проектам со странами еврозоны. Итогом этой конференции станут рекомендации и научные статьи, которые должны помочь в принятии своевременных и верных решений в новых экономических реалиях. Дмитрий Второв, Андрей Миндубаев, «Вести Татарстан».